22 июня, в День памяти и скорби, библиотека присоединяется к краевой акции «Войной украденное детство». В этот день особое внимание заслуживают пионеры, герои Великой Отечественной. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали, разбивали носы и коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришел час, и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце. Наряду со взрослыми ковали нашу победу обычные мальчишки и девчонки, терпели лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к лицу, смотрели смерти в глаза, выполняли секретные задания, не сдавали своих даже под страшными пытками. У них не было времени на детство, зато они рано почувствовали ответственность за судьбу своей родины. О некоторых детях, героях войны, сегодня и пойдет речь. Тонкие руки, узкие плечи, изящество в плавных движениях. Такую Зину Портнову запомнили ее друзья. Жизнь девушки, с детства мечтавшей о пуантах и Лебедином озере, была очень недолгой, но, вероятно, героической и настолько же трагичной. Через 10 лет со дня окончания войны о подвиге, совершенном этой юной комсомолкой, заговорили. Подробности смерти Зины Портновой, которой не суждено было стать балериной, ужасны. Девушка скончалась от бесчеловечно жестоких издевательств и пыток, которыми ее подвергли немецкие солдаты. Вечная память Зине Портновой, юному герою.